Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Realme 12. И сейчас я покажу вам, как записать видео с экрана. Итак, для этого мы свайпаем вниз и ищем здесь запись экрана. Находим и нажимаем на нее. Можем включить такую штучку. И здесь, прежде чем мы начнем записывать экран, можем выбрать, как мы будем записывать звук. Это может быть звук микрофона, либо звук системы, либо и то, и другое, либо ни то, ни другое. И нажимаем на красную кнопку. И у нас пошла запись. Когда запишем все, что нам нужно, опять же нажимаем, ставим паузу и нажимаем на галочку. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.